Всем привет, дорогие друзья, вы на канале AlexPlay, это видео по игре Farming Simulator 19. Как вы помните, в прошлой серии я купил себе земельный участок в деревне Молоково, вот. Купил себе еще трактор, вот он там стоит возле теплицы, вот он, как мы видим, синяя кабина, вон видим. А в комплекте с ним шла теплица. Здесь уже я урожай собрал, это у нас были, оказывается, это у нас была не пшеница, а соевые бобы, вот. Ну и там вообще маленькая часть была, вообще там их вот такой вот, считайте, на зубок один. Вот, это очень мало было. Вот. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут есть по полям, потому что, я так понимаю, здесь только вот такой варик есть, чтобы развиваться. Вот, один глаз я уже, ну, глаз я уже положил на одно поле, 12-е поле. Вот, кстати, оно есть у нас в контракте, вот, поле 12 удобрения. Вот таким вот трактором нужно, опрыскивателем, и вот такой вот у нас будет противовес. Значит, берем купить в кредит, да, то есть у нас техника сразу дадут в аренду, типа. Вот, чтобы не покупать за свои деньги это все дело, потому что нам еще денег может, кстати говоря, не хватить. Сколько это, что нам все дорого, наверное, все это дело стоит. Вот, получим мы, конечно же, 1800 долларов, не так уж и много, да. Вот, ну, для игры не так уж и много, в реальности это хорошие деньги, вот как раз. Вот. Ну, у нас как раз магазин под рукой, поэтому мы сейчас едем смело сюда. Сядем, пересядем на наш трактор. Нам же еще не забыть удобрение купить, самое главное. Вот здесь вот так вот бросим свою машину. Москвич наш. Так, сразу купим удобрение. Чтобы оно у нас сразу, на всякий случай, было вообще. Да, покупаем, покупаем. Да. Еще минус 3000 долларов. Это, блин, считайте, уже все в убыток. Пошли. Так, садимся за наш трактор. Сейчас прицепим вот такой вот замечательный опрыскиватель. Он такой здоровый у нас. Все, прицепили. Сейчас его нам необходимо наполнить. Так, сейчас вот это вот включу. Все, наполняем его. Как мы видим, вот так вот происходит пополнение запаса нашего. Все, есть. И сейчас заодно противовес нацепим на него. Значит, в планах у меня что? Удобрить это поле. Ну и по возможности ждать, пока урожай у нас созреет. Пшеница в нашем случае. Ну и потом уже приступить к работе. Вот, у меня уже комбайн, в принципе, готовый. Стоит, ждет. Вместе с таким вот зилом. Объемом 8000 литров. Ну, 8 тонн, грубо говоря. А мы сейчас будем ехать на 12-е поле. Там у нас такое вот, вроде, небольшое поле. Вот у нас тут такой опрыскиватель. У нас он будет разворачиваться, короче, весь. Это очень круто. В общем, придется пока поработать так. Хотел я сразу, вот, но не получилось, конечно же. Печаль, беда, конечно, что не получилось у меня. Так, как я хотел задумать. Ну, как, так, как я хотел. Вот, поэтому будем пока так работать. Вот, потом посмотрим, что у нас получится дальше. Видим, денег у нас уже не так уж и много осталось для игры. Почти 300 тысяч. Напоминаю, что это не так уж и много для игры. Вот. Тут только сама техника дороже обойдется. Вот это вот, что мы сейчас везем. Опрыскиватель, самый трактор. Ну, где-то в таком районе, может, и будете стоить. Плюс-минус. А может и нет. Ну, в целом, все, короче, дорого. Поэтому я еще здесь такой уровень сложности выбрал. Вот. Я так понимаю, самый такой сложноватый уровень сложности. У нас хотя бы деньги у нас есть хоть какие-то. Были у нас-то полляма. Вот теперь у нас в два раза меньше, грубо говоря. Так, приехали мы вот на это поле. Так, давайте его сейчас развернем вот так вот. Вот, видите, поле не такое уж и большое. Так вот у нас он это все дело разворачивается. Еще вот так вот у нас будет. Посмотрите, как прекрасно все просто. Так, надо, чтобы вот так вот как-то поровнение. Ну, плюс-минус вот так пойдет где-то. Да. Так, ну что, поехали. Да, все нормально. Ну, там плюс-минус края, то уже не страшно. Тоже такое. Нам самое главное удобрить сейчас это поле.
И выкупить хочу его. Или, может быть, на полях поработать, чтобы ознакомиться более-менее нормально с игрой. Чтобы уже там не бэкать, не мэкать потом. Поезд у нас поехал. Вот как раз, вот видите, вот это мы поле удобрим. И потом приступать будем потихонечку к следующему этапу. Пока у нас тут урожай созреет, пока то, пока все. Так, ну что там у нас, нормально? Да, пойдет. Блин, дырки есть какие-то, ну ничего страшного. Что такое? Так, а где тут шкала? Должна же быть какая-то шкала. Ну, прогресса там. А, менюшки, по-моему, она находится у нас. Если не ошибаюсь. Ну, в принципе, технику нам дали в аренду, так что, если что, тут плюс-минус, тут уже ничего страшного. Вот. Сейчас мы вот так его быстро удобрим, конечно. Одно движение туда, одно туда, и все готово. Сейчас еще раз ходка, и, наверное, два ходка, и все. Две ходки еще у нас будет. Блин, тут дерево нам вот так вот мешает. О, все, нормально. Так, сейчас вот так вот. А, не знаю, вот, ребят, руль что-то у меня тут кривовато встал. У меня он подключился, устройство нашло, а почему-то вот... Да, и, в принципе, руль... Я не думаю, что мне тут нужен руль, потому что в основном все на клавиатуре я делаю, вот эти вот клавиши все нажимаю. На руле играть тут, я думаю, это не совсем то. Ну да, у нас чуть-чуть вот туда заходит, конечно. Чуть-чуть криво. Ну, блин, ребят, я... всегда криво такую работу исполнял. Поэтому... Мне простительно. Уж извиняйте. Блин, опять тут дерево. Да, все-таки въехали. Знаете, что мне нравится вот в этой игре? Вот как-то физика особо даже не ощущается. Вот ты наехал куда-то, вот ты должен вроде бы не ехать дальше, а ты все равно как-то едешь. Вот и как это происходит, интересный вопрос уже. Ну, по-моему, еще разочек надо будет проехаться по-любому. Вот. Вот там вот. Видите, как тут у нас чуть-чуть вот так вот. Да пойдет, чё? Нормально все. Блин, тут дырка какая-то. Надо будет ее как-то потом залатать же, наверное, да? Типа. Здоровый у нас такой, конечно, опрыскиватель, ребят. Ну, вообще-то, после вот такого удобрения нам нужно его еще вспахать. И потом только вот урожай наш будет уже созревать какой-то. В данном случае у нас это пшеница. Ну, вообще, это не наше поле, а поле вот того, кто нас нанял. Поэтому я не знаю, что дальше должно происходить. Вообще, по идее, надо вспахать это поле дальше, сколько я знаю. И потом только аж... будет урожай у нас созревать. Ну, видите, у нас вот куча вот сейчас этого места. Вот как раз, видите, у нас сейчас просто вот попусту у нас пойдет. В никуда. Поэтому, ну, какая разница. Самое главное, что самая основная часть у нас идет по полю. Вот это самое главное. Это все фигня. Просто у нас такой здоровый опрыскиватель, блин, конечно. Это жесть. Вот он, видите, посредине гуляет территория чуть-чуть. Ну, ничего страшного. То такое. Так, контракт на поле 12 завершен. Угу. Ну, сейчас, подождите. Кой завершен? Еще же доработать надо. Так, и что? Результат награды за выполнение 2000. Цена аренды, так и предполагалась компенсация. 1000 долларов. Итого 2700. Ага, видите, мне какую-то еще компенсацию дали. А, наверное, даже не знаю. Так, поле 12 удобрили. Хорошо. Давайте его, наверное, сразу... Да, соберем это все дело. Давайте, наверное, сразу 12 участок выкупим. Сколько у нас оно будет? 140 тысяч. 140 тысяч.
Ну давайте покупаем, что ж делать, нахуй. 140 тысяч. Так, поле у нас одно есть. Все, отлично. Так, мы как раз вот его удобрили. Видите, у нас вся техника сразу пропала моментально, автоматически. Все, созревание все удобрено 100%. Все. Нуждается во вспашке, вот. То, что я и говорил. То есть его надо теперь нам спахать. А, трактор у меня уже соответствующий есть. Вот, плуга к нему надо еще взять в аренду или купить. Наверное, будет проще купить. Вот, и это все надо теперь дело вспахать. Вот. Но это, конечно, это все дело очень будет долго происходить. Так что посмотрим, как это все на видосе будет. Так, ну первый этап у нас есть. Мы будем сейчас переходить планов ко второму этапу. Денег у нас осталось еще меньше. 150, 160 тысяч. Посмотрим, что дальше будет. В общем, ребят, все, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось это видео, ставьте лайк. Если вы хотите продолжение, оно будет обязательно. Пишите комментарии под это видео. Вот. А так все, всем счастья, здоровья, удачи и всем пока.